Дорогие друзья, доброго времени суток. Я снова пришел к Хвостикам, город Днепр, правый берег. Снимаю людям, показываю, они потом, может, приходят. Правый берег, 12-й квартал, пересечение Шевченковского и Чичиловских районов. Снимаю вам Хвостиков. Кошечка. Принцесса. Ух, какая принцесса. Как тебя зовут? Она с передовой, с Покровской. С передовой, с Покровской. А как зовут? Да я помню. Как тебя зовут? Мы ее назвали Мира. Мира? Мира. Девочка Мира, да? Смотрите, друзья, а сколько ей месяцев? Лена, а сколько ей месяцев? Сейчас. Мирочка. Ты девочка. Надо целоваться. Целовайска? Ой, а целоваться любит. Ха-ха-ха, она меня обцеловала. Надо тебе что-то вкусненького принести. Ух, а мне послушай, целовайска, она целоваться любит. Ты девочка, колючка. Здравствуйте. Господи, вы да. Что знаете? Нет, скажите, сколько месяцев этой девочке? Я думала, что она до года. Во-первых, она стерилизованная. Да, стерилизованная. Значит, она очень любит детей. Целоваться. Целовала меня только что. Значит, она очень активная, она очень адекватная и добрая. Значит, мы с вами знакомимся. Да. Вот. Значит, она была закрыта в доме, без воды, без еды. Девчонки разбили стекло, достали ее. Вот она очень, и она, вот знаете, скажем так, вот у меня есть английский поинтер, это... Я понял. Это спокойное, уравновешенное. То есть, и один еще пунктик. Она кладет лапы вот так. Собака с родословной, то есть, если в крови у нее есть кто-то, там, тра-та-та, ну, я так думаю, что дог или еще кто-то, то вот так все складывается. Я понял, спасибо. Ну, по ней видно, да. Что она очень добропорядочная очень, девочка. Очень. Девчоночка вообще супер. Ребята, приезжайте, забирайте. Правый берег. 12-й квартал. Девочки завтра будут еще. В воскресенье навряд ли, да? Ой, какая хорошая. Какая колесая. Поцеловала меня. Шикарно. Шикарно. Да. Я же говорю, если б не мой английский пункт, я понял. Будем стараться, чтобы хозяева нашлись. Друзья, приезжайте. Именно семья, чтобы была с детьми, потому что очень любит детей. Очень любит деток. Вообще такая любвеобильная. Это там в глазах океан любви. Класс. Она спокойная, уравновешенная. Это плюс. Да. Спокойная, уравновешенная девочка. Гвардейцы. А, да, гвардейцы. Вот тоже смотрите какие. Класс вообще. Друзья, приезжайте, забирайте. Не будьте равнодушны. Ага. Да, а их было больше, да? Класс вообще. Тут спит он, косочка. Спит девочка или мальчики. Тут он чуть постарше. У всех сонный час. Сонный час. Гляньте, как спит, как лежит. Господи, это ж фантастика. Один на другого забрался. Это все подростки. Да, подростки. Друзья, вообще. Все возрасты подходят, и бабушки, и женщины, и детки. А вот эта собака особая, друзья. Приезжайте, забирайте. Ну, такой вот вам рассказ. Я думаю, девушка, которая снимала... Общается. А пришло поцеловаться. Чувствую тоже нормальных людей. Вот она в шубе, собака. Все, друзья, в общем, рассказал, показал, приезжайте. Всем добра и здоровья.